В Люберцах проверяют соблюдение постановления губернатора Московской области о мерах по предотвращению COVID-19. В зоне особого внимания места массового скопления людей, такие как торгово-развлекательные центры. Как эти объекты переформатировали порядок работы, расскажет наш корреспондент. В этом торговом центре непривычно мало людей. Посетители могут сходить в продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и в торговые точки, где есть пункты выдачи интернет-заказов. Несмотря на снижение потока, требования к покупателям остаются прежними. В общественных местах посетители должны быть в масках и осуществляется контроль температуры всех входящих в торговый центр. В том, что и посетители, и сотрудники центра соблюдают эти меры, лично убедился Владимир Ружицкий. Ни к тем, ни к другим вопросов не возникло. А срок действия ограничительных мер зависит от ответственности каждого. Поэтому стоит задача на сегодняшний день максимально помочь себе, каждый сам себе, максимально помочь нашим медикам, разгрузить нашу медицину, прервать эту цепочку передачи вирусов. А чтобы прервать, мы должны минимизировать свой выход в город, на территорию, минимизировать свои встречи. Всего в период нерабочих дней в городском округе Люберцы закрыли около 3000 предприятий малого и среднего бизнеса. Под ограничением попали сферы бытовых услуг, общепита и розничной торговли непродовольственными товарами. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.